Сейчас мы пойдем на завтрак в этот ресторанчик. Добро пожаловать! Довольно-таки большой ресторанчик. Обожраться можно. И это завтрак, на ужин еще больше. Мы здесь на ужине уже были, но я видео еще тогда не снимал. Вот такой завтрак мы здесь набрали. На ужин, конечно, было гораздо всего больше здесь. Первый день мы приехали. Мы такой набрали, а там вот. Да, вот там. Сачок еще принесли. Так что вот, пожелайте нам приятного аппетита, будем кушать. Ну и ресторанчик вот с нашего места. Он такой довольно-таки огромный. Кому понравился наш основной ресторан-буфет, в который мы в основном ходили кушать, там самое большое было разнообразие еды. Независимо, когда вы пойдете там завтрак, обед, ужин. Ставим лайк, оставляем комментарий и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии вы увидите, как мы кормим птичек с нашего номера, с нашего балкончика. Вы увидите еще и обезьяночек, которые там будут. Все это в следующей серии. Всем до встречи!